Чем вы заняты пятничным вечером? Пусть каждый ответит на этот вопрос самостоятельно. А около полусотни наших болельщиков решили разнообразить свой день и посетили встречу с руководством нашего клуба. С одной стороны зала генеральные спортивные директоры, главный тренер и капитан команды. С другой – те, кому не безразлична ситуация в клубе и положение дел в команде. Настоящие болельщики Минского «Динамо». Для нас очень важен такой формат общения. Мы как бы для себя кое-что подчеркнули. Нам есть всегда над чем работать. Нам нужно слушать и слышать людей, которые нам преданы, наших болельщиков. Вот, поэтому я думаю, что я надеюсь на то, что они сумели задать свои вопросы. У нас мы, по-моему, больше 2 часов беседовали, да, а планировали час. То есть люди, я думаю, что 90% получили ответы на свои вопросы. Вот, и я думаю, что имеет смысл в дальнейшем такие мероприятия проводить. В целом прошло все нормально. Как бы, если по пятибалльной, крепкая четверка. То есть, как бы, то, что не добрали на официальной церемонии, то бишь вопросами, мы это все добрали после церемонии. То есть я поговорил и с Виталием Николаевичем, и с Романом Михайловичем. Я задал те вопросы, мы задали те вопросы, которые меня интересовали. Потому что, как бы, я говорю, как есть. Есть люди, не буду говорить где, наши болельщики, все динамовские, которые говорят в интернете. Когда их просишь приехать, поговорить лицо в лицо, ну, а что я там услышу, а там не то, там вопрос, на главный вопрос, да, на главный вопрос я не услышал тоже как бы ответ. Ну, потому что они реально как бы не знают, кто будет хозяин «Динамо». За минут 20 после всей этой встречи мы узнали, наверное, больше, чем за 2 часа официально. Да. Ну, больше, наверное, то, что интересовало. Пользуясь случаем, хотелось бы сказать спасибо всем, кто посетил нас. Приятно отметить, что кто-то приходил на мероприятие целой семьей. Верим, что сегодняшняя встреча станет хорошим поводом для того, чтобы видеться еще чаще. И опять же, здесь поток информации двусторонний. То есть, в первую очередь, меня радует то, что как бы, мы услышали, что народ действительно волнует. Да, как бы, скажем так, ту часть, которая вот нашли время в пятницу вечером прийти поговорить с нами, задать свои вопросы. То есть, это для нас очень ценно и очень важно. А следующий повод уже совсем скоро. Воскресенье. Национальный олимпийский стадион «Динамо». Матч против «Городей». Ждем вас!